В Казанском федеральном университете прошла лекция почетного консула Франции. Особых таких внешних связей не было. Детский университет отметил свое десятилетие. Был репортаж небольшой о том, что появилась вот такая новая интересная идея. Детский университет организовать и детям давать какие-то знания. Мы пошли, нам очень понравилось. Открытие школы архитектуры и проектирования архив в Елабужском институте Казанского университета. С такими классными, крутыми преподавателями, людьми, которых очень приятно слушать, с которыми очень приятно разговаривать, которые живут своей профессией. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Ариадна Кугушева. Всероссийский интерактивный форум «Russian PR Week» Казанского федерального университета вошел в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошла открытая лекция почетного консула Франции в городе Казани. Все подробности узнавала наш корреспондент. А в рамках декады дипломатического работника в Институте международных отношений Казанского университета прошла открытая лекция почетного консула Франции в городе Казани Андрея Ершова. Лекция была посвящена международному сотрудничеству Республики Татарстан с другими государствами, в том числе истории развития этих взаимоотношений. Казань – город в советский период. Это был закрытый город, поскольку здесь очень была сильно развита оборонная промышленность. Ну и такое понятие, как железный занавес, вы, наверное, помните, да, было. То есть поэтому особых таких внешних связей не было. В своей лекции Андрей Ершов сделал небольшой обзор о визитах зарубежных делегаций в советский период. Среди них делегации Индии, Германской Демократической Республики. Особое внимание было уделено международным связям общественных организаций в советский период. Сама по себе республика уникальна, Татарстан, и опыт этот уникальный международных связей. Ни одна из республик Российской Федерации не имеет такого опыта. У нас очень активная была позиция по внешним связям, как сказать, международным, так и внешнеэкономическим, особенно в 90-е годы. Вот, а дальнейшее развитие получило уже в 21 веке. Напомним, серия мероприятий, приуроченная к профессиональному празднику дипломатических работников России, завершится 19 февраля. Церемония закрытия и награждением самых активных участников мероприятий. Елизавета Никитина, Фариза Хитоглы, Универньюз. Жители старых домов отапливают улицы. Волонтеры экологического проекта подсчитали, сколько денег уходит сквозь щели в стенах и окна квартир. Чем грозит теплопотеря, расскажет наш корреспондент. Зимой коммуналка в однокомнатной квартире доходит до 3-4 тысяч рублей. Деньги жителей крадут не февральские морозы, а стены домов. На экране тепловизора дом практически светится. Волонтеры подсчитали, что за сезон может уходить 15-40 тысяч. По данным сервиса ГосЖКХ, жилой фонд Казани составляет более 5 тысяч многоквартирных домов. 62% из них – панельки, построенные в 50-х, 70-х годах. Планировалось, что срок службы временного жилья составит 25 лет. Отсюда и тонкие стены, и плохая теплоизоляция. Проводили ремонт в 2017 году. Начался с 16-го. Закончился в 2017 году. То есть промазки швов не было. Последняя промазка швов была в 2000 году. Вы думаете, что в них причина? Ну, я не знаю, но потери огромные, поскольку постольку дует. Действительно, что потери у дома существуют. И потери идут по глади фасада, конкретно через стыки панелей. Плюс активно видно, что тепло уходит из стыки балкона непосредственно с фасадом здания. Тепло на ветер – не только проблема переплат. Проблема экологии и глобального потепления обязывает страны сокращать негативное влияние на окружающую среду. А это не только выхлопные газы машин. Россия входит в пятерку стран с очень большим углеродным следом по непонятным причинам, потому что лидерами являются США с очень высоким уровнем жизни, Индия и Китай с очень высокой численностью населения. В России невысока численность населения, большая территория, таким образом высокий углеродный след – это результат нерационального использования энергии и природных ресурсов. Среди лидирующих по углеродному следу отраслей
находится жилищно-коммунальное хозяйство. Для примера, кипячение одного чайника на газовой плите – это потеря нескольких граммов природного газа. Таким образом, если просуммировать теплопотери с поверхности 3000 казанских хрущевок, то я думаю, что это будут несколько тонн природного газа, если мы это умножим еще и на время эксплуатации и спроецируем на целый год, то я думаю, что мы получим очень существенные цифры. Жители панелек могут позаботиться о сохранности окружающей среды и своего комфорта сами. По словам волонтеров, горожане способны повлиять на распределение средств из фонда капитального ремонта и организовать утепление фасадов. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное мероприятие в честь десятилетия детского университета. Подробности в нашем сюжете. Вот уже 10 лет деятельность детского университета при Казанском федеральном университете дает возможность ребятам от 8 до 14 лет изучать науку в нестандартном и интересном формате. С момента основания все занятия детского университета снимаются, а затем регулярно транслируются на телеканале «Универ ТВ». Здесь нет скучных школьных уроков, а дети имеют возможность получить ответы на научные вопросы и определиться с выбором будущей профессии. Был репортаж небольшой о том, что появилась вот такая новая интересная идея. Детский университет организовать и детям давать какие-то знания. Мы пошли, нам очень понравилось. Я изучала разные науки, начиная от русского, математики, физики, заканчивая различными научными опытами и так далее. Это привило мне, наверное, любовь к химии, которой я сейчас занимаюсь. В честь десятилетия детского университета в императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие для студентов и их родителей «Волшебно-научно-весело». Событие началось с выставки коллекций, где рассказывалось об истории детского университета. Были представлены книги, тетради, монографии и проекты, разработанные учениками. Детский университет, он существует в Казанском университете. Это такое замечательное создание, где есть радость, веселье, наука. Прошло 10 лет после того, как он открылся здесь, в этих стенах. И сегодня усилиями родителей была создана книга с достижениями студентов детского университета. Торжественная часть началась с гимна всех студентов, а после на экранах пронеслось десятилетие детского университета в фотографиях с лекций, концертов, занятий. Приветственные слова прозвучали от Тимирхана Алишева, Ильнары Ханиповой, Сарии Сабурской и Анастасии Исаевой. Завершилась праздничная программа исполнением традиционного гимна детского университета. Шахерезада Курбанова, Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В Елабужском институте начала функционировать школа архитектуры и проектирования «Архип». Подробности в нашем сюжете. На базе Елабужского института КФУ начала работу школа архитектуры и проектирования «Архип». Презентация проекта состоялась 11 февраля на площадке Дома научной коллаборации имени академика Камиля Валиева. Посещая занятия данной школы, дети от 10 до 18 лет смогут получить базовые знания по таким направлениям, как градостроительное проектирование, архитектура, моделирование, ландшафтный дизайн и так далее. Ожидается, что участники проекта не только будут получать знания от практикующих дизайнеров, архитекторов и инженеров, но и смогут разрабатывать собственные проекты. С такими классными, крутыми преподавателями, людьми, которых очень приятно слушать, с которыми очень приятно разговаривать, которые живут своей профессией. Школа архитектуры и проектирования «Архип», она будет уникальна. Это совершенно новый проект в нашем городе, в нашем районе и в рамках КФУ. Здесь мы будем с детьми изучать азы проектирование, азы архитектуры, азы градостроительства, с чего же начинается город, с чего начинается строительство, проектирование. Основной площадкой проведения занятий станет Дом научной коллаборации. А в летнее время планируется организация архитектурно-дизайнерской смены для школьников со всего Татарстана. Отметим, что первое пробное занятие для ребят в рамках новой школы уже состоялось. Под руководством опытных наставников ребята познакомились с основами 3D-моделирования, а также освоили искусство нейрографики. Амир Ахтямов, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!